здесь мой сосед один пахал землю. Говорит, что сюда золото искать пришел, да? Многим так говорят, и сейчас говорят, что золото ищешь, да, здесь. Как будто мы, когда уезжали, сохранили свое золото и поехали туда. Я это взял, землю, и показал ему. Вот моя земля, это золото. А, нахер, какое золото я ищу, а? И поэтому приехал сюда. Когда мы в этот дом зашли, дети заплакали. И что будем делать? Луна видна отсюда. С внутри комнаты луна видна. Как будем жить? Мы начали умолять, успокоить детей. И так и приехали сюда. Нам не жалко было, даже жизнь хотел отдать на это. Ну, некоторые не понимают, что вы делаешь.